Вначале всегда копаем яму. Яма. Дому нужен пол, поэтому тупо накрываем яму линолеумом. Чтобы линолеум не сворачивался обратно в рулон, его надо прижать стенами. Кстати говоря, эти стены строители называют несущими, потому что они держат линолеум. Пока нет остальных стен, вносим в квартиру крупногабаритную мебель. Шкаф и холодильник. У нее две функции. Во-первых, они держат стены. Во-вторых, на них держится крыша. Теперь вносим в квартиру стол. Вот вам и окно. Про дом все. Теперь дерево. Опять же, роем яму рядом с садоводческим участком. Накрываем ее линолеумом и ждем. Стопудово в эту ловушку упадет человек с саженцем. Вот вам и дерево. Теперь про сына. Как завести сына? По-любому роем яму. Вечером залазите в нее с женой. Посмотри, дорогая, какую я яму выкопал. Она тебе: ну ты мужик! Вы густо краснеете и со словами «это еще что?» накрываетесь линолеумом. Уважаемый Александр Васильевич, вы вырастили замечательного сына. Мы слышали, вы строите дом КВН. Остается одна маленькая деталь. Мы хотели бы подарить вам вот этот замечательный кусок линолеума. А, понял. Конечно. Сан Саныч, он нужнее сейчас вам.